Всем здравствуйте! На прошлой неделе стало известно, что актер Михаил Ефремов подал жалобу в Верховный суд. Адвокат артиста рассказал, что обращение построено на смягчающих обстоятельствах. По его словам, длительность срока Михаила Олеговича является чрезмерной. Сегодня бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев объяснил, возможно ли досрочное освобождение знаменитости. Пашаев заявил, что у Ефремова нет шансов на смягчение наказания. Как пояснил адвокат, в 2020 году судили необычного человека, а звезду со всей его репутацией. Эльман отметил, что речь идет о высказываниях и поведении артиста. Если бы это был не Ефремов, то еще тогда получил бы по закону максимум 2 года. А потом отправился бы в колонию поселения, а не колонию общего режима, как сейчас, поделился он. Пашаев также категорично исключил возможность замены части срока на исправительные работы, даже если защита предоставит грамоты и награды Ефремова. «Я же был участником процесса и видел, как это происходило. Через 7 дней мне сказали, он получит 8 лет. Меня предупреждали не лезь», — продолжил адвокат. По признанию Эльмана, он показывал судье всевозможные документы, чтобы вытащить артиста. Но срок оставили прежним. В рамках беседы Пашаев опроверг информацию о том, что он виноват в заключении Ефремова. Почему-то до сих пор никто не предоставил подтверждение фактов того, что ему была предоставленная некачественная защита, подчеркнул юрист. При этом Эльман заверил, что в начале рассмотрения дела у Михаила Олеговича еще были шансы смягчить наказание. Но, по его мнению, актер этого не получил, поскольку поверил адвокату потерпевших Александру Добровинскому. Ранее Добровинский отреагировал на желание Ефремова освободиться досрочно. В этом вопросе юрист совпал с мнением своего коллеги. Александр отметил, что у нынешней защиты артиста недостаточно аргументов, чтобы снизить ему срок. Адвокат тогда уточнил, что Михаил Олегович часто менял свою позицию, поэтому ни о каком смягчении наказания речи быть не может. Первое разбирательство по делу актера состоялся в августе 2020 года. Сначала Ефремов сразу признался. Затем, по указанию адвоката, заслуженный артист России отказался от первичных показаний. Правозащитники нашли свидетелей, которые доказали, что Михаил Олегович якобы был в своем автомобиле не один. Сам Ефремов утверждал, что ничего не помнит. Однако обвиняемый не исключал, что мог сидеть на пассажирском сидении. Несмотря на усилия адвокатов, защитить своего подопечного им не удалось. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.